Привет, Ютуб, с тобой Вайс, и я не иду на Вигейм 3.0. А ведь очень жалко, ведь в этот раз они выбрали локацию еще круче, чем в прошлый раз. Арт-завод платформа. Я слышал об этой локации только позитивные вещи. И очень интересно, как пройдет Вигейм на этой платформе. Но так получилось, что в эти даты у меня запланировано другое мероприятие, и оно находится не в Киеве, поэтому я никак не смогу совместить его с Вигеймом. Эх, боль, печаль, обида, но ничего страшного. Видео с Вигейма набирают реально хорошие просмотры, а это значит, мой дорогой друг, что тебе эти видео нравятся. Соответственно, мне кажется, очень глупо будет с моей стороны упустить такое мероприятие, ведь хороших фестивалей вообще в Украине мало, а фестивали такого формата вообще проходят очень редко. Поэтому я аккредитую на Вигейм двух своих операторов. Видео про Вигейм появится. Ждите. Хотелось бы присутствовать лично, да? Тем более, что Вигейм каждый раз эта организация проводит на более высоком уровне. Каждый новый фестиваль куда лучше предыдущего. Они не клонируют свои фестивали, как делают очень многие организации. Они каждый раз стараются показать новый высокий уровень. И поэтому мне жутко интересно, как придет Вигейм 3.0. Но не судьба. Обида, 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 боль, печаль. Кстати, в этом году они нашли просто идеальное решение проблемы с питанием. Вигейм 3.0 пройдет параллельно с фестивалем уличной еды. По-моему, это просто шикарное решение. Тем более, что фестиваль уличной еды — это очень именитый гастрономический фестиваль. Он проходит уже достаточно много лет. Ну и я лично от всех своих знакомых получал очень хорошие отзывы. 100% мы будем снимать прикольное видео под музыку. Тем более, что я посылаю парня, который умеет это делать. Он уже такое снимал раньше. Поэтому увидите. А я не знаю, будет ли на бейджи, как написано, Vice Game. Ну, неважно. Было, кстати, такое, что люди обижались, что... Ой, почему ты не вставил меня ни в один из своих роликов? Я же давал интервью. Блин, понимаете? На Vigame 2.0 мы сняли больше 80 интервью. Это с учетом, что в некоторых интервью было сразу 2-3 человека. Нереально вставить все это количество людей в одно видео. Получился бы несколько часовой фильм о Вигейме. Что-то я разошелся. Ну ладно, мой дорогой друг, подписывайся на этот канал и жди видео с Вигейма. Мы будем снимать видео под музыку, а также мы снимем видео-экскурсию по фестивалю, потому что, ну мне как минимум это видео будет интересно, потому что я не смогу побывать на Вигейме. Поэтому мои операторы будут вдвоем снимать видео-экскурсию. Это вот прямо со входа. Они полностью так вот пройдут по фестивалю. Огибут все локации, показав максимально каждый прилавок. И если будет позволять техническое обеспечение, даже будут снимать короткие интервью с людьми за этими прилавками. Другими словами, посмотрев... Ну, если вы, как и я, не можете оказаться на Вигейме, то вы получите видео-экскурсию о том, как этот фестиваль прошел. Какие были стенды, какие были косплееры, как много было народа. О, если тебе понравилось это видео, кстати, ты можешь посмотреть вот эти два видосика. Это видео с Вигейма 2.0. Вот здесь вот мое личное мнение о том, как прошел фестиваль, а здесь мнение посетителей. Тебе это тоже должно быть интересно. Так что давай, подписывайся. До новых встреч!